За что выступают коммунисты Владивостока и Приморского края? За развитие профсоюзного движения в интересах работников. Уже сейчас коммунисты Владивостока создают и развивают такой профсоюз и призывают всех трудящихся к нему присоединяться. Уважаемые товарищи, не бойтесь бороться за свои трудовые права, за улучшение рабочих условий. Присоединяйтесь к профсоюзу, боритесь вместе с нами.